Процесс объявлен открытым, но до вынесения приговора журналистов просят не показывать лица и не называть имя подсудимого. Дело расследовали сотрудники Департамента национальной безопасности. Прокурор зачитывает выдвинутые обвинения. Предъявляются обвинения, предусмотренные статьей 256 части 1 и 2, пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма, совершенные лицом с использованием информационно-коммуникационных сетей. В течение определенного времени молодой мужчина в группе ВКонтакте распространял материалы, призывающие к поддержке экстремистов, действующих на Ближнем Востоке. За счет вот этих вот компьютерных технологий призывал к терроризму. Ну, это не касаемо того, чтобы разрушить целостность Республики Казахстан, потому что я сейчас, да, просто в общем терроризму, но не касаемо нашей республики, я имею в виду, да. Переписка шла, он, видимо, в Саудовскую Аравию выезжал, там я по паспорту поняла, в Саудовской Аравии была, где-то еще, видимо, выезжал, в России побывал и, видимо, пытался вот попасть в ИГИЛ. У подсудимого четверо малолетних детей и супруга беременна пятым. Отец обвиняемого также отбывает наказание за аналогичные преступления. Они депонировали. Что интересно, его отец тоже через год выходит, осужден за призыв к терроризму тоже. Пропаганда терроризма идет. Статья 256, части 1 и 2. Судебное следствие продолжается.